Здравствуйте! В прямом эфире программа «Телемикс Новости» в студии Виктория Сарада. Сегодня мы расскажем о самых интересных событиях дня. Смотрите выпуски. Ход восстановительных работ. Глава администрации лично проверил улицы города. Ремонт завершен, результат не одобрен. На устранение недочетов всего 1,5 недели. В тройке лучших парков Приморья теперь сквер имени Чумака примет участие во всероссийском конкурсе по благоустройству. Дрова ветеранам. В Уссурийске стартовала акция помощи. Школа беговелов. Новое спортивное объединение появилось на базе спорткомплекса «Локомотив». Претендует и соответствует название лучшего сотрудника МФЦ. Новая акция от строительно-производственной компании «Главмонтаж объединения». Только для работников социальной сферы, преподавателей учебных заведений, пенсионеров вооруженных сил, пенсионеров МВД. До конца ноября квартиры по 36 500 рублей за квадратный метр в строящемся доме по Локомотивной 12. Подробности и проектная декларация в офисе компании по адресу Выгодная 2. Телефон 26-93-65. Ход восстановительных работ после ЧС проверил глава администрации округа. Евгений Корж вновь проехал по улицам Уссурийска, которые особенно сильно пострадали от августовского паводка. Два участка на маршруте не прошли проверку на качество. Дорога на Заречной – последний объект этого года, который пока не принят муниципалитетом. В ходе проезда по округу глава администрации Евгений Корж проверил, на каком этапе сейчас строители. До холодов подрядчик положил асфальт, но не успел установить лотки. Глава администрации округа поручил пока не принимать работу. Там собирались подрядчики укладывать лотки. Я сказал, что лотки укладывать не надо, уже холодно. Это мы так, для того, чтобы просто сделать, мы делать не будем. Будем делать по весне, на качественно и надолго. Следующая на маршруте — улица Дарвина. Ремонт этого участка прошел в рамках аварийно-восстановительных работ. После паводка дорогу здесь подмыло, асфальт с проезжей части унесло, и остановка автобуса не выглядела безопасно. Сейчас все недочеты исправлены. Было завезено порядка 600 кубов скального грунта, порядка 100-150 кубов ПГСа. Завезено 30 метров железобетонной трубы 800-го сечения, прорезная укладка, трамбовка. Дополнительно мы выставили еще блоки вдоль дороги рядом с остановкой. И данный участок является сейчас безопасным для движения. Ремонтируют проезжую часть и по улице Воровского. На мосту делают бетонные укрепления с двух сторон и устанавливают новые ограждения. А вот работы во дворе дома Паурицкого, 76, Евгений Корж не одобрил. Последствия паводка, конечно, устранили, но участок не разровняли. Много места, где можно было бы парковать машины, не используются. Жители солидарны с главой администрации. Здесь надо планировку лучше сделать. А планировку, да, тут асфальтовое покрытие живет, видите, да. Все в буграх. От паводка в августе пострадала и хоккейная коробка. Евгений Корж предложил местным жителям в следующем году заменить постройку новой многофункциональной площадкой по краевой программе. При условии, что горожане не дадут объекту прийти в запустение. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. Капитальный ремонт завершен в доме по Комсомольской, 83. Однако результатом многие оказались недовольны. Жильцы, заказчик и проверяющая комиссия встретились с подрядчиком, чтобы решить, принимать ли работу. Специалисты проверили соответствие проектной документации, качество и эстетичность. Комсомольская, 83. В этом доме прошла большая работа по обновлению здания. Фонд капитального ремонта выполнил свои задачи. На проверку прибыла комиссия. Владельцы квартир, представители управляющей компании и жилищной политики округа вместе осмотрели состояние подвала. Здесь заменили трубы системы отопления. Серьезных претензий у комиссии нет. Но работу не приняли. Есть недочеты. Работы выполнены, ну, в принципе, на 100%. Найдены несколько незначительных замечаний по крепежам и по тече. В целом работы как бы выполнены нормально, качественно, но работа на сегодняшний день не принимается до устранения небольших замечаний. Проверяющая сторона отметила, закончить ремонт должны были в октябре. Проблемы возникли из-за поставки материалов и недостаточных совместных действий жильцов, управляющей компании и подрядной организации. Люди, во-первых, сами отказываются. Во-первых, уже поздно, уже зима. Не каждому охота зимой, допустим, чтобы там кто-то сверлил там и так далее делал. А во-вторых, видят, какое качество.
Качество, уверяет фонд капремонта, хорошее. Но не все жильцы оказались готовы поменять в квартирах трубы на новые. К тому же у подрядчика возникла проблема с поставкой материалов. Толщина стенки в проекте заложена 15,1 на 110 трубе, на большой. Но в продаже, по крайней мере, у нас в Приморском крае такой трубы нет. А откуда заказывали? У нас материал, этот поставщик Blue Ocean, это китайский производитель, но сертифицированный товар. Устранить проблемы представители фонда капитального ремонта пообещали к середине следующей недели. Жильцам Комсомольской 83 обновление всей системы отопления обошлось почти в 3 миллиона рублей. При этом подрядчик 100% работы выполняет за свой счет и получает возврат средств только по факту исполнения. В целом, в этом году в Уссурийске краевые специалисты должны были заменить систему отопления в 15 многоквартирных домах. Екатерина Ректина, Игорь Антонов, Телемикс. Записать ребенка к узким специалистам на профосмотр теперь можно только по телефону. А бабушки и дедушки не смогут забрать анализы внука. Об этих нововведениях рассказали родителям медики на общем собрании в детском саду номер 39. Об эпидемии говорить рано. На сегодняшний момент 70% деток в садиках Уссурийска здоровы. Ситуация считается благоприятной, но родителям посоветовали проводить профилактику заболеваний. Об этом говорили на специальном собрании в 39-м саду. Рассказали и о нововведениях. Сейчас в детской поликлинике появилась услуга – запись по телефону. Но она распространяется только на медосмотры специалистами узкого профиля. Записаться можно ежедневно с 12 до 15.30, кроме выходных. Безобразие вообще, у нас 26 раза там можно дозвониться. Ну, один телефон, товарищи. Нужно стоять за талонами, пожалуйста, они записывают на неделю, записывают. Если эта неделя закончилась, значит, вам предложат, потому что по госгарантиям вас должны обслужить в течение 2 недель. Но важно иметь при себе страховой полис. Детки прикрепляются по этому документу к поликлинике. Без него вам окажут только неотложную помощь. В случае долгосрочного отъезда в другой город с собой родители должны взять не только полис, но и открепительное в страховой компании. И по месту пребывания встать на временный учет в поликлинике. Такое же условие распространяется и на приезжих в Уссурийск. Сейчас у нас дети пришли на учебу со всех вот этих самых. И вот мы их всех теперь должны прикрепить в поликлинике, потому что мы не можем с ними ничего делать. Ни прививки, ни профосмотры, ничего. К сожалению, вот так страховые компании. Позаботиться стоит не только о полисе. Если ребенок под присмотром бабушки или дедушки, то им могут отказать в выдаче медицинских документов и результатов анализов. Самостоятельно ребенок может посещать врача и забирать документы в поликлинике с 14 лет. Законным представителем ребенка являются родители или его опекуны. Дедушки и бабушки не являются представителями ребенка. Поэтому кто у вас дедушка, дедушки, бабушки занимаются вашими детьми, уходят с ними в поликлинике, нужно оформить генеральную доверенность на полис. Затронули тему и профилактических прививок. С 2014 года изменился календарь вакцинации. Дополнительно детей до года прививают от гемофильной инфекции. Отметили и тот момент, что при отсутствии прививки от полиомиелита ребенка могут отстранить от детского сада на 60 дней в момент общей вакцинации. У него нет иммунитета, он может заболеть полиомиелитом. Живая вакцина выделяется скалом у детей, которых мы прививаем живой вакциной. В ближайшее время подобные разъяснительные беседы пройдут и в других детских садах и школах округа. Наталья Зайцева, Игорь Антонов, Телемикс. Тысяча на тысячу. В стране продолжает действовать государственная программа софинансирования пенсии. Участниками стали те, кто подал заявление до 2015 года. Если человек несколько лет не производил отчисления, может ли он наверстать упущенное в этом году? Ответ на вопрос смотрите в рубрике «Телеконсультант». Я участник программы софинансирования пенсии. Год деньги не откладывала. Подскажите, успели я еще в этом году внести какую-то сумму? И когда предстоит получить удвоенные средства? На следующий год мы пока не знаем. В 2017 году изменений не было. Программа продолжает действовать на всей территории России. Участники, желающие внести взносы, дополнительные взносы на свою пенсию, на накопительную пенсию, производят в текущем году платеж от 2 до 12 тысяч рублей, и на следующий год государство удваивает данную сумму.
Напомним, что действует программа в течение 10 лет с года следующего первого платежа. Уплачивать также можно, либо добровольно взяв квитанцию, штрих-код в управлении территориальном пенсионного фонда, либо через своего работодателя. Для этого нужно написать работодателю заявление, где указать либо точную сумму, которая будет удерживаться, либо процент от заработной платы. Хотелось бы напомнить, что для получения единовременной выплаты, а часто участники-пенсионеры обращаются именно за единовременной пенсией, что данная выплата подлежит только если накопительная пенсия будет составлять менее 5% от общего размера пенсии. В противном случае будет положена либо срочная выплата, либо накопительная пенсия. Срочная выплата выплачивается на определенный срок, но не менее 10 лет, 120 месяцев. А накопительная пенсия выплачивается пожизненно. С 2015 года изменения в периодичности обращения за единовременной выплатой. Теперь получить единовременную выплату можно не чаще, чем один раз в 5 лет. Это касается тех участников, пенсионеров, напомню, что подлежит выплате только, если ты уже пенсионер, достиг пенсионного возраста, кто обращался с 1 января 2015 года. То есть если обращался пенсионер в 2013 году или в 2014 году, ну, это, так сказать, еще закон не действовал, это не считается. Вот обращение с 1 января 2015 года. Не выплата, потому что может участник обратиться, допустим, в декабре, мог обратиться в декабре 2014 года, и, естественно, выплата пошла уже на 2015 год. Нет, здесь именно обращение. Что если заявление было подано с 1 января 2015 года, то теперь следующая выплата только через 5 лет. Итоговая устная аттестация по русскому языку прошла по всей стране. На этот раз девятиклассники сдавали пробный экзамен. Но уже в 2019 году он станет допуском к государственным итоговым испытаниям. Экспериментальными площадками в Уссурийске были определены две школы – 32-я и 25-я. Ольга Муравьева продолжит тему. Считанные минуты до начала испытания. Девятиклассникам 25-й школы предстоит итоговое устное собеседование по русскому языку. Такой же экзамен назначен и в 32-й школе Уссурийска. Эти учебные заведения определены как две экспериментальные площадки. В целом таких по краю 20. Не секрет, что наши дети сейчас мало читают. Общение в соцсетях подразумевает то, что они сокращают слова, не умеют правильно построить предложение. Вот чтобы этому сейчас детей опять учить, возвращаемся к построению красивой монологической речи, и вот такой экзамен ввели. Каждому девятикласснику предстоит выполнить 4 задания. Причем каждая предполагает развернутый ответ. Здесь не проверяют орфографию и пунктуацию. Необходимо с интонационной окраской прочитать текст, суметь его пересказать. Также побеседовать с учителем на одну из заданных тем, например, о школьных переменах. Перемены в школах нужны, чтобы ученик успел отдохнуть после предыдущего урока, успел подготовить учебники и все принадлежности для следующего урока. На все отведено 15 минут. Регламент работы предполагает четкое время на каждое из 4 заданий. Песочные часы – своего рода напоминание школьникам. Ориентироваться в скорости помогают и преподаватели. На испытании их 2. Один учитель-предметник беседует с выпускником. Другой преподаватель русского языка оценивает ответы. Я думаю, что я справился с заданием. Конечно, были какие-то, можно сказать, погрешности, но я с ними справился. Когда мне задавал учитель вопрос, мне показали все вопросы нормальными, достойными, я их на них ответил. Здесь не выставляют оценок, но по итогам этого экзамена эксперты оценят все плюсы и минусы новой формы работы, чтобы недочеты устранить в феврале, когда все девятиклассники страны будут проходить пробное испытание. Уже с 2019 года итоговое устное собеседование по русскому языку станет обязательной ступенью перед экзаменами. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Уссурийский парк имени Чумака вошел в тройку лучших проектов по благоустройству в Приморье. Сквер на Слободе примет участие в конкурсе, который проводит Минстрой России. Об этом сообщается на сайте администрации края. Парк имени Чумака возродили в этом году ко дню рождения Уссурийска. На некогда пустующей территории появились пешеходные дорожки, антивандальные фонари, развлечения для малышей и подростков, а также
также площадки для проведения концертов и праздников. Весь периметр теперь под прицелом видеокамер. Проект успешно воплощен в короткие сроки, всего за несколько месяцев. Наряду с Уссурийским парком во всероссийском конкурсе примут участие мемориальный комплекс имени Василия Щипкова во Владивостоке и сквер в селе Владимира Александровское, это Партизанский район. «Дрова ветеранам» в Уссурийске стартовала акция помощи тем, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны. 42 человека уже на этой неделе получат поленья. Небывалая гора дров на окраине Уссурийска. Совсем скоро все поленья отправятся в разные районы города. Еще летом эти чурки были деревьями. В Уссурийске делали санитарную обрезку, расчищали территории под строительство. Спиленные ильмы и березы свозили в это место. По такому полному КАМАЗу дров получат ветераны Великой Отечественной. В списке 42 адреса, куда уже на этой неделе доставят твердое топливо. Акция помощи стартует с улицы Южной. В этом доме живет Алексей Бобров. В свои 92 пенсионер почти не ходит. Все дела хозяйственные на плечах дочери. Ну, я же собиралась уже заказывать дрова, покупать. И тут звонок раздается, что вам предлагаются дрова. Я была очень удивлена, но и обрадована этим. Очень большое спасибо администрации, ветеранам, комитету ветерана, что вот помнят, чтят ветеранов. Алексей Иванович Бобров воевал в танковых войсках. Несмотря на проблемы со здоровьем, контролирует выгрузку топлива на зиму из окна. Бесспорно, приятное внимание для отца, говорит дочь. Дрова! Сколько дров привезли? Много! Ну, спасибо им, спасибо. Много дров привезли. А разгрузили уже? Да, разгрузили. Уже завтра к акции присоединятся волонтеры. Студенты отправятся к ветеранам в гости, где из кучи дров сформируют поленницы. Если надо, то и за топор возьмутся, и воды принесут. Виктория Калинина, Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс. Новое объединение появилось в Уссурийске. Юные любители беговелов теперь скооперировались в одном месте. За тренировкой малышей наблюдала моя коллега Наталья Зайцева. Беговелы – двухколесник, который хорошо знаком большинству родителей малышей. Летом с удовольствием детвора в шлемах рассекала на беспедальном транспорте, с виду которой походит на велосипед. В основном место встречи молодых райдеров – центральная площадь. Но недавно в Уссурийске появилась школа беговелов. В одном из залов спорткомплекса «Локомотив» впервые собрались родители и малыши с беговелами. Тренировки дисциплинированной не получилось. Детвора отказывалась делать разминку, снимать шлемы, а все время рвалась погонять по залу. В итоге организаторы выставили искусственные препятствия для начинающих гонщиков. Как ни странно, беговел – это не современное изобретение. Самые ранние беговелы датируются 8 веком. В Англии у деток была игрушка-лошадка-повозка «Хобби Хорс». Но Википедия утверждает, что в 1817 году немецкий профессор барон Карл фон Дресс создал первый двухколесный самокат, который он назвал «машиной для ходьбы». Транспорт был снабжен рулем и выглядел в целом как велосипед без педалей. Рама была деревянной. Свое изобретение барон запатентовал, и его называли дрезиной. Английская молодежь любила рассекать на беспедальных велосипедах, а вот дамам неудобно было из-за юбки кататься на машине для ходьбы. Современные дети сели уже на усовершенствованные беговелы. Такой транспорт предназначен для детей от 2 до 5 лет. Еще одно название – «ранбайк». Первое время ребенок учится балансировать, держать равновесие и управлять рулем. Спустя неделю примерно юный райдер уже легко набирает скорость на беговеле и катается, подняв ноги. Малыши интуитивно тормозят ногами на камнях или кочках. Детвора, что успешно освоила беговел, по наблюдениям легко пересаживается к 5 годам на двухколесный велосипед. В Уссурийске первая школа беговелов открылась в спорткомплексе «Локомотив», но сейчас она базируется в зале на Некрасова 209. Детки до 2 лет тренируются отдельно раз в неделю. Райдеры постарше осваивают беговел 3 раза в неделю.
Сегодня Всемирный день телевидения. В честь праздника мы решили вспомнить, как оказались на телемиксе и почему столько лет не можем отпустить этот мир. Например, я в 14 лет стала участником первого реалити-шоу города. Возможно, все, я хочу стать журналистом. Победителем мою скромную персону выбрали зрители и журналисты телемикса. Приз – стажировка на телевидении летом. Потом предложили остаться. И вот так уже 10 лет я верна журналистике и любимой телекомпании. О том, как появилось телевидение, а мои коллеги в нем, в нашем сюжете. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Сколько бы лет ни прошло, а телевидение занимает в нашей жизни большое место. Первые трансляции начались в 30-е годы прошлого века. Первая передача движущегося изображения состоялась в Советском Союзе в 1932 году. В Приморье телевидение появилось в 1955. А наша компания 17 лет назад. И в нашей жизни она занимает особое место. Попали мы сюда по разным обстоятельствам. Мой школьный друг Саша Тимощук тогда первым устроился на телемикс. Это было 10 лет назад, и он настоял, чтобы я пришла на кастинг ведущих прогноза погоды. И буквально спустя месяца два Яша Малин, это ведущий утренней программы, соведущий, ему нужно было куда-то переезжать или уезжать. И тогда, как мне казалось, строгий редактор Константин Маринец подошел и предложил занять его место. Вы на телевидении благодаря знакомству с нашим старшим оператором Сергеем Удовиченко, за что ему большая благодарность, за то, что, так сказать, показал мне мир телевидения. И вот с тех пор вот уже прошло 7 лет, и я вот ни дня не жалею, что я вот начал здесь свою карьеру. А Наталья Зайцева просто искала работу после института. По приходу получила задание – придумать сюжет про мужчину, у которого курица снесла золотое яйцо. У меня там был целый, наверное, боевик на 1,5 минуты, как у мужика хотели отобрать это яйцо, доказывая, что петух-то был в соседней деревне. Ну, в общем, она говорит, я очень долго смеялась, и редактор говорит, оставайся, нам такие нужны. Через 3 года Наталья окунулась в другой мир новостей – спортивный. Каждый в цеху телевидения занимается своей работой, но всегда готовы помочь друг другу, чтобы материал вышел хороший и вовремя. Журналист носит за собой штатив оператора, а оператор залезет на крышу дома. А монтажер склеит сложный сюжет за полчаса до прямого эфира. Екатерина Рехтина, Алексей Шиповалов, Телемикс. Лучший сотрудник многофункционального центра Приморья живет и работает в Уссурийске. В краевом конкурсе профессионального мастерства победила документовед Александра Подгородецкая. Теперь девушка претендует на статус лучшей во всероссийском масштабе. Подробности расскажет Ольга Муравьева. Всегда приветливая, улыбчивая, с готовностью придет на помощь. Так коллеги и посетители характеризуют Александру Подгородецкую. В рядах сотрудников многофункционального центра она трудится около 5 лет. За это время успела сходить в декрет и добиться успехов на служебном поприще. Александра в этом году признана лучшим сотрудником МФЦ на уровне края. В первую очередь, это ответственность для меня лично, как для уже теперь лучшего специалиста регионального конкурса Приморского края. Вот. Конечно, я стала требовательна более к себе, к своим знаниям, к своим умениям, к своим навыкам. И без того ответственная Александра с еще большим энтузиазмом рвется в бой. На краевом конкурсе профессионального мастерства оценивали уровень работоспособности, стрессоустойчивость. Без грамот и благодарностей и тягаться за звание не стоило. Со всего Приморья представлены были лучшие специалисты. С Александром мы работаем на протяжении года, с момента открытия нашего территориально обособленного структурного подразделения. Это очень грамотный, доброжелательный, ответственный специалист. Она очень любит свою работу. Как коллега, она всегда готова прийти помочь в любой сложившейся ситуации. Офис МФЦ на Владивостокском шоссе действительно открылся совсем недавно и стал очень востребованным. Оперативность в работе, точность в заполнении документов и доброжелательная атмосфера – вот что больше всего ценят посетители. У меня маленький ребенок, поэтому при обращении сюда я получила очень много услуг, которые как бы мне были нужны. Главное, все быстро и прекрасные специалисты, очень вежливые.
Впереди у Саши еще один серьезный конкурс. Лучшего специалиста МФЦ будут выбирать на всероссийском уровне. Коллеги девушки уверены, победа будет за нами. Скромная по натуре Александра держит кулачки и готовится. Виктория Калинина, Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев. Телемикс. На этом пока все. Все сюжеты вы можете посмотреть и на нашем сайте telemix.tv. В студии прямого эфира работала Виктория Сарада. До встречи на нашем канале.